Легкая, воздушная, шифоновая блуза с драпировкой. Идеальный вариант на лето, на прохладное межсезонье. Я сегодня не удержалась, надела на себя. Цена 990 рублей. Но это для шифоновой блузки просто копейки. Три цвета. Сразу предупреждаю, что их всего 63 блузы. Поэтому, если вам нравится, успейте записать номер лота 87-151. Выбирайте цвет, вот такой, как на мне, синий. Его совсем-совсем мало, буквально несколько блуз в наличии. На мне, вот посмотрите, сейчас 54 размер. Как хорошо она смотрится, как мягко ложится по фигуре. Кстати, размер 50 и 54 уже в ограничении. Если у вас роскошный бюст, то такая блуза просто должна у вас быть. А вот если небольшой бюст, то вот эти складочки, мне кажется, они сделают ее более огромной. Размер совершенно верный. Вообще уникальная базовая модель, украшенная красивой драпировкой спереди, действительно увеличивающий или уменьшающий грудь, ну, подстраивающийся под нужные вам решения. Такая блуза однозначно разбавит ваш гардероб, будет как базовый, так и нарядный. Вот, кстати, этот цвет, давай тоже мы его озвучим. Это бордо. Бордо. Я очень люблю бордовый, причем в жизни он такой бордо с ягодным отливом. Очень вкусный, очень живой и очень дорогой. Посмотрите, как здорово смотрится на нашей модели. Вот цвет бордо впереди на Катерине. И на Наталье черный классический цвет. Слушай, ну даже не знаю, какому цвету отдать предпочтение. Всего около 60 таких блуз. Снова в эфире 990 рублей. Ну разве это цена в наше современное время? Один раз в магазин выйти. Три размера закончатся первыми. 50, 52 и 54. Также пока есть 48, 56 и 58. Сразу спрашиваю по поводу размера. Давай. Размер у нас, ты знаешь, нужно выбирать ровно по вашему размеру. Запас здесь великолепный за счет драпировки спереди. Давайте все-таки сделаем замеры на 48 размере. Посмотрите. Даже вот эти фалды, да, не учитывая? Да, уникальный крой, да, фалды мы пока не будем учитывать. Угу. Имейте в виду, что дополнительно сантиметров 20 вы еще имеете благодаря как раз вот этим защипам. Я сейчас делаю замеры на 48 размере. Олечка, милая, посмотри, для 48 размера целых 56, и это без растяжения ткани. Еще сантиметра на 4-5 ткань потянется, но при этом, посмотрите, давай крой покажем, чтобы наши дорогие красавицы не сомневались. Посмотрите, вот здесь дополнительные фалды, которые спрятали еще 20 сантиметров от ваших глаз, для того, чтобы села эта блуза идеальным образом. Цельнокроенный рукав для пышных красавиц, это находка. Очень эффектный рукав в зоне... Вот здесь, в зоне локоточка, резинка, которая обязательно под вас подстроится. Уникальная 48, модель. 48 остается этих блуз. Альбина, очень мало. Извини, пожалуйста, что я тебя перебила. Да ничего. Не могу об этом молчать. Синий вот-вот закончится. А далее у нас популярностью пользуются и бордовый, и черный цвет. Тут, как говорится, главное успеть. Напоминаю тем, кто делает свое первое приобретение. Звонок с любого региона России абсолютно бесплатный для вас. Ожидание на линии тоже бесплатное. Оплата только после получения. А вам нужна идеальная блуза, которую можно комбинировать с вашими любимыми юбками, брюками. А соберетесь в свет, соберетесь с подружками встретиться. В чем? В своих старых блузах? Нет, 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 нет. Новая вещь – это новая энергия. Это ваше хорошее настроение. Это движение вперед. Вы можете смело щеголять и будут спрашивать: «О, ты постоянно в обновках, ты постоянно разная». Вы скажете: «Да, да, 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 я получаю бешеные деньги, я могу себе все позволить». А на самом-то деле цена сегодня максимально выгодная. Вы просто знаете, где надо приобретать качественные вещи. Знаете, цена минимальная, а качество-то великолепное. А в обычных магазинах цена будет несколько тысяч стоить. Но зачем нам переплачивать? Мы же знаем тайные места. Телеканал Дискот, совместная акция с производителем, позволяет нам собрать для эфира только те модели, которые самые яркие, плюс самыми большими выгодными ценами. Итак, мы сегодня говорим о трех цветовых решениях. Черный, цвет на Наталье, бордо на Катерине. Давайте посмотрим, все-таки какая длина. Вот сообщает мне с колл-центра, бордовый тоже вот-вот закончится, попадает в ограничение. Еще один красивый цвет выбирает сегодня Олеся. Синий, насыщенный, кстати, его синий совсем чуть-чуть. Цвет силы, да. Поэтому тот, кто хочет излучать энергию, обратите внимание на него. Ну, а я про длину. Длина у нас 72 сантиметра. Отличная длина, практически длина туники. Вот эта длина однозначно закроет у вас бедра, животик, дойдет до середины бедра, если вы обладательница среднего российского роста, 1,65 м, 1,67 м. А вот у меня 170
1,75. А Олеся высокая, посмотрите, даже до середины бедра доходит и у Олеси. А на наших моделях, давайте посмотрим, как смотрится блуза. Кстати, в бордовом цвете размер 52 и 54 закончился. Поздравляю тех, кто успел. Молодцы, девочки, вот выйдите в свет, пойдите на день рождения, на свадьбу, на юбилей, а на море в такой блузе, со шляпкой, с какими-нибудь украшениями. В синем цвете всего 3 остается. Давай мы все-таки акцент на черный сделаем. Он пока есть в наличии в большем количестве размеров. Его было просто чуть больше. Черная — это классика, конечно. Черный вы можете носить всегда, повсеместно, независимо от времени года. Летом, вечером черный цвет, конечно же, уместен. Украшайте его яркими аксессуарами. Дополняйте контрастными поясками или вот такими юбками красивыми, вкусного бордового цвета в стиле карандаш. И ваш образ будет несравненен как на выход, так и на работу. Ну, а я хочу еще пару фраз сказать о нашей блузе все-таки. Давайте посмотрим, как на высоких красавицах наших смотрится длина. Обратите внимание, Наталья, наша блондинка, использовала поясок. Ирина, вот ту блузу носит, которую мы вам представляем в том виде, который предложили нам дизайнеры. И на той, и на другой девушке длина универсальна для того, чтобы сочетать как с юбками, так и с брюками. Сюда могут подойти и джинсы, и летящие юбки в пол. Осенью носите с классическими зауженными брючками на работу, а летом сочетайте с шифоновыми юбками летящими и дарите себе прохладу в шифоновой тунике. Ты представляешь, в бордовом цвете, подскажите еще раз, в 48-м размере осталось 3 блузы, 2 блузы. И в 56-м одна. Девочки, молодцы, успеваем забирать. А в черном цвете у нас все размеры есть сейчас, ориентируйте меня, пожалуйста. Пока вот буквально по одной, по две блузы в черном цвете в каждом размере остается. Всего 39 блуз у нас есть в наличии. Слушай, ну мы говорим про море, про отдых. Сейчас это так актуально, обновление гардероба. А насколько материал, знаешь, вот бывает, приедешь куда-то, вытаскиваешь из шкафа, из этого, из чемодана своего, и все надо переглаживать, бегаешь, ищешь утюг. Вот здесь, знаешь, как материал реагирует. За что я люблю Лавсан, это за то, что он не мнется. И очевидно это сейчас вы, я вам это докажу, это действительно очевидно, потому что при любом дискомфорте, при любом сжатии наша ткань как новенькая, посмотрите. Действительно, вы можете носить его как на работу. Поздравляю, бордовый цвет закончился, девочки, я убежала из кадра, все. Поздравляю тех, кто успел, давайте я вот так вот вместо нашей вешалки встану и буду здесь находиться. Посмотрите, какая красота. Черный у нас есть в наличии, а бордовый цвет у нас закончился. Прекрасная Ирина, изгоняю тебя из подиума. Уходи, уходи, потому что этот цвет уже недоступен нам, а я предупреждала, что их мало. У нас все происходит в прямом эфире, все происходит очень быстро. Ну вот удивительно, но синий цвет пока есть у нас. В так, синем нас... цвете в 48-м размере, в 48-м есть 2 штучки. Я обращаюсь к мамам, если у вас у дочки или у внучки, к бабушкам, 48-й размер, возьмите такую блузку, 990 рублей. Шикарное ощущение, такое шифоновое ощущение, легкое, такое воздушное. И рукава, что мне нравится, очень хорошо растягиваются. Вот скажи, можно их повыше приподнять? Ты знаешь, конечно, все зависит от вашего желания, от вашей комплекции. Можно такую длину оставить 3 четверти, как нам рекомендует производитель. Можно благодаря резиночке укоротить, сделать с напуском наш великолепный рукав. Ну, а я хочу вам показать, например, Олесе, как здорово блуза подстраивается под бедра. Посмотрите, достаточно широкий край под нестандартные бедра Олеси подстроился идеальнейшим образом, приобрел аппетитные формы, при этом дискомфорта нет никакого. О чем это говорит? О том, что если вы блузу все-таки выбираете размер в размер, то она однозначно подойдет и вам, потому что Олеся выбрала себе 56-й размер так, блузы. Так, Наталья, а давай, Наташа, выходи сюда к нам в центр. А Наташа, да? Наша... Синий, так, закончился. Синий закончился, поздравляю тех, кто успел. Вот черный цвет, знаешь, почему мне нравится черный? Мне кажется, синий нравится больше, чем говорить. А вот черный я бы взяла вторым цветом. Почему? Потому что, во-первых, всегда стройность невероятная. Ну, во-вторых, это есть, как конечно. Любое, в принципе, украшение на все случаи жизни можно использовать. Ну, черный — это вообще классика. Что ж тут говорить? Обычно вообще русскими женщинами, российскими женщинами черный разбирается первым цветом. И я удивлена, что сегодня, дорогие мои, вы выбираете цвет. Было чуть больше черных просто. А, вот оно что. Ну, хорошо. Да. Лично я против черного ничего не имею. Хотя бы одна блуза в черном цвете должна быть у вас однозначно, ее очень легко сочетать. Лот 87-151.